Привет, мои хорошие! В этом видео будет ваша любимая мясистая кутикула и красивый зимний дизайн. Так что, если это вам интересно, присоединяйтесь. Ну а с вами я, Мирунова Виктория, девочка, которая рисует. Героями сегодняшнего видео будут вот эти ручки. Многие из вас их полюбили за такую жирную мясистую кутикулу. Есть как бы что срезать. Как видите, прошлые ногти отлично относились. Втирка осталась на месте, камушки тоже, от слоек на ногтях нет. Поэтому сейчас буду полностью убирать старый материал и делать коррекцию, но перед этим обязательно щипцами убираю камушки. Если вы вдруг еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь и также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы первыми видеть мои видео. Ну а пока я спиливаю старый материал, пожалуйста, напишите мне в комментариях, будете ли вы принимать участие в моем бесплатном марафоне, который я устраиваю для вас 8-10 января. Мне очень интересно, понравилась ли вам такая идея. И хотели бы вы, чтобы я устраивала такие бесплатные марафоны почаще? Жду ваши комментарии. Прежде чем приступить к самой коррекции, конечно, изначально нужно удалить жирную мясистую кутикулу. Режущими инструментами убираю огрубевшую кожу. Дальше пилкой оформляю свободный край, а также пилкой прохожусь по поверхности ногтя. Стряхнув пыль, наношу вспомогательные жидкости, базу. Когда база подсохнет, наношу сам жидкий гель. Это жидкий гель от торговой марки Original. Снимаю липкий слой и приступаю к опилу. Кожи вокруг ногтя прохожусь алмазным шариком. Скорость вращения 5000 оборотов, режим форвард. Итак, коррекцию сделала, так что могу приступать к дизайну. Сегодняшний маникюр будет в розово-голубых оттенках, поэтому все ногти перекрываю в пастельно-розовый цвет и в пастельно-голубой. На безымянных ногтях делаю градиент, переход от голубого к розовому, использую плоскую кисть. The things I would say now I keep rambling on. I
light doesn't show, but my nerves are inside out. It's because you're not worth less than perfection. Ooh, thought it was in my hands, now I'm all confused, turning gold into sand. Don't know what you do to me. All I know is you can take my breath away. Градиент сделала так, что приступаю к рисунку. На среднем пальчике у нас будет небольшая птичка, выполненная в голубых оттенках. Для рисунков использую гель-лаки и только для самых тонких прорисовок использую черную гель-краску, а для верхних прорисовок использую белую гель-краску без липкого слоя. Перекрываю ногти топом и жду, пока он высыхает. Затем выкладываю стразы и прорисовываю еще несколько белых линий. Все стразы на месте зафиксированы, так что наш маникюр на сегодня готов. Пишите в комментариях, понравился ли вам такой результат, такая зимняя нежнятинка. Ну а я, конечно, надеюсь, что сегодняшнее видео хоть немного было полезным для вас. Если это так, не забудьте поставить лайк. С вами была я, Миронова Виктория. До встречи в новом видео. Всем пока-пока. Can we just open up? 'Cause I got to.